Удивленные, наивные, искренние, надменные, застывшие эмоции, кажется, навсегда лишили их движения. Но стоит взять куклу в руки, и она будто оживает. Правда, на выставке в Ростовском музее ИЗО «Путешествие в мир кукол» можно только смотреть и ностальгировать. В коллекции есть и пупс родом из нашего детства. Это моя кукла, которую мне купили на 2 года. Естественно, родители в тот 88-й год отстояли немалую очередь в Центральный детский мир, чтобы ее заполучить. Сашка сохранился в своей родной одежде, что очень редко для кукол этого периода, потому что с ними же играли, естественно, все эти одежки терялись. Как и многие девочки, будущий искусствовед и коллекционер Марина Политова играла с пупсами-голышами в «Дочке-матери». А серьезное увлечение началось в 13 лет, когда родители подарили уже негровую фарфоровую Ванессу. Коллекция стала расти – антикварные барышни, интерьерные авторские персонажи и, конечно, советские игрушки. О такой коляске мечтали многие советские девочки. Она как настоящая, только в 3 раза меньше реальная. Здесь есть матрасик и даже прозрачная перегородка от непогоды. Или еще одна экспозиция. Советские мультяшные герои, пластмассовый крокодил Гена и ставший уже давно нашими Чиполлино и Карлсон. И правда, этот мужчина в самом расцвете сил. Здесь куклы, купленные родителями, подаренные, приобретенные на российских и заграничных аукционах. Есть и такие, за которыми пришлось буквально гоняться сначала в интернете, а потом по московским галереям. Я захожу в очередной зал и чуть ли не вскрикиваю: «Я ее знаю!» На меня повернулись все, кто там был, потому что кого она тут знает, кто из знакомых встретился. Это была вот та самая кукла-аристократка. Самые большие куклы чулочные, в среднечеловеческий рост 1,65 м. А самый маленький – этот 2-сантиметровый пупс, одетый по детскому фасону рубежа 19 и 20 веков, в длинное платье. И, конечно, как же без кукольных дел мастера и кукловода, вовсе не похожего на страшного Карабаса-Барабаса. Юлия Сурикова, Виталий Ступаков, Дон-24, Ростов-на-Дону.